Миша, сегодня нас ждет крутая тренировка. Миша? Есть кто-нибудь дома? Моб хуптахана илепч цэр варцамда хуптыхы нертин гурман хонраван харлаш. Нягар тахат хос ямадас. Ванго таханда юнгу. Хавнякунан они нишмадю. Вы медведя не видели? Сегодня нет. А где ты его видел последний раз? Витя хан моб ани хан ани не уди манапью. Значит, Миша ушел из-за меня? Я был ему плохим другом? Да не придумывай! Сейчас мы его быстро найдем! Илипчико, идя вома, варкми шмини тебе гапта, усвой ва леркатни, пили таттига в семигае. Вон он! Миша! Я тебя сейчас спасу! Что-то не похоже. Ай! Пошел, пропал, заблудился. Эх, это все из-за меня. И что здесь происходит? Пропал, пропал мой друг Миша. Мишка, друг! Значит, ты от меня никуда не уходил. Конечно нет. Почему ты так подумал? Ну, из-за меня всегда какие-то неприятности. Ха-ха-ха-ха. Зато с тобой не соскучишься. Приятно, что ты обо мне беспокоишься, олень. Меня отнесло на льдине. Пришлось долго возвращаться обратно. Вот и задержался. Олень так распереживался, и мы искали тебя целый день. Спасибо вам, друзья. В следующий раз я обязательно вас предупрежу перед рыбалкой. Ну, раз все закончилось хорошо, предлагаю угоститься вкусной рыбкой. Певсюм серк варк, хатаня хатато, пуза галям гадавась ганмы. Мока галям тэура, нигамал том даванда емня.